Перевод телевидения на цифру – необходимый шаг в развитии единого информационного пространства России и повышение качества жизни населения. На момент принятия федеральной целевой программы в 2009 году почти 44% населения могли принимать не более 4 аналоговых телеканалов, а жители отдаленных населенных пунктов смотрели не более 1-2 телеканалов. Строительство отечественной сети цифрового эфирного телевидения – единственный способ обеспечить население многоканальным телевещанием без абонентской платы. К строительству сети цифрового эфирного телерадиовещания на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Урало-Сибирский региональный центр РТРС приступил в 2015 году. Согласно федеральной программе, в округе запланировано строительство 28 объектов связи. При этом ожидаемый охват населения Ямала цифровым эфирным наземным вещанием составит более 95%. Согласно плану, в Ямальском районе запланировано возведение 4 радиотелевизионных станций, расположенных в селах Панаевск, Ярсали, Новопорт и Сииха. В Ямальском районе у нас 4 объекта, 2 из них – это второй этап проектирования. Строительство разбито на этапы – первый, второй, третий, четвертый. Вот и в Ямальском районе 2 объекта – это второй этап, там уже заканчивается строительство, это Ярсале и Панаевск. И третий этап – это Новый Порт и Сияха. Первыми оценить качество цифрового эфирного телевидения смогут жители села Панаевск. На объекте завершены работы по монтажу радиотелевизионной башни высотой 20 метров и телекоммуникационного контейнера, в котором размещается оборудование для обеспечения трансляции телепрограмм цифрового эфирного телевидения. В поселке Ярсали также ведутся строительно-монтажные работы. Передатчик первого мультиплекса, который будет установлен на РТС Ярсали, кроме самого поселка, охватит сигналом и Сюнайсале, что обеспечит доступ к просмотру первого мультиплекса свыше 6000 телезрителей. Ближе к концу года строительство цифровых вышек начнется в Новом Порту и Сиихе. Запуск, тестовую эксплуатацию на период пусконаладочных работ и измерения зон покрытия будет, наверное, по Ярсали и по Майорску произведен, может быть, там, да, октября, ну, сентябрь-октябрь, может, месяц. Отключение будет после ввода в эксплуатацию этих объектов. Новый Порт и Сияха начнут строиться, наверное, в декабрь 2015 года. И окончание, ну, наверное, ближе к марту. После запуска цифры ямальцы смогут бесплатно смотреть 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов в цифровом качестве. Такие как Первый канал, НТВ, Россия-1, Россия-24, Россия-Культура, Россия-2, Карусель, Петербург, Пятый канал, Общественное телевидение России, ТВ-центр, а также 3 радиостанции Радио России, Радио Маяк, Вести ФМ. Все вещание проходит по европейским стандартам в формате HD. К 2018 году телевизионная цифра заработает по всей стране, но и аналоговое вещание не отключат до тех пор, пока на него будет спрос. Специалисты уверены, когда разница между цифровой и нецифровой картинкой станет для зрителя очевидной, аналоговое вещание уйдет само собой. Более подробную информацию о цифровом эфирном телевидении можно узнать на сайте www.rtrs.rf или по телефону Единого информационного центра 8 800 220 2002. Дмитрий Конышев, Иван Дармограин. Новости, люди, события, факты.